Что происходит в Москве? Добрый день! Нежданно-негаданно. Вот у нас такой дождь. Полчаса назад мне Женя написала, что у них на даче 180 километров от Москвы был дождь, гроза. Вчера у них был дождь, гроза. У нас вчера здесь было тихо. И вот теперь и у нас. Вы посмотрите, что делается. Это кошмар какой-то. Вот. Деревья вообще, если так дальше пойдет, как бы опять чуть какие-то деревья не вывернуло. Вот, ну, по крайней мере, вот такая погода. Не хотела сегодня снимать, но прям вот, прям дождь, гроза. Конечно, посвежее стало, но все равно. Было бы лучше, если бы особо сильного ветра не было. Так что, вот такая у нас погода. Но я так понимаю, что от нас пошло в сторону центра, так что если кто-то в центре живет, ждите, скоро и к вам придет. Не знаю, слышно сейчас было или нет, гремит еще, но дождь уже поменьше. Ветер, как видите, вообще стих, вот даже сейчас сверкнул, не успела заснять. Вон там на горизонте понемножку сверкает, но все стихает, ветер стих. Вот, ну вот. Снимаю немножко сегодня природу, да, сама себя снимать не буду, вся замотанная, очень много работы, ой, опять не успела, сейчас, во, не знаю, успела или нет снять, прям сверкает здорово, но видно уже уходит гроза, вот, поэтому посмотрим, вот 20 минут прошло, уже уходит, вот гроза гремит, я думаю, что слышно, и так потихоньку вдалеке сверкает, скажем так. Вот. Ну вот я подумала, думаю, буду так периодически снимать, что происходит дальше у нас с погодой, природой. Вот. Будет ли солнышко еще сегодня к вечеру, посмотрим. Вот. А так потом вот выложу вам наш дождь в Москве. Шалы паруса покажу вам немножко. Вот, гром гремит. Ну не знаю, так снимаю, ну хоть вот видели сейчас, какая была молния, прям зорница. Ну еще чуть попозже еще сниму, покажу, что у нас дальше происходит. Прошел еще час, уже есть просветы, видите, там на горизонте уже светло. Вот, ну, дождик еще идет, но, по крайней мере, ветра нет, уже не так страшно. Вот, будем надеяться, что в этот раз обойдется без поваленных деревьев. Он Спартак наш. Вот, чуть попозже еще сниму, как у нас меняется погода, и попробую снять с другого балкона, там будет другой вид. Прошел почти час еще, дождик еще все идет, правда, вот смотрите, там просветление. Вот, вот хочу вам показать нашу зелень сверху. Вот там я обычно прохожу, видите, сейчас вот зелень такая, что даже не видно ни дорожек, ничего, все зелено. Вот там вот, вот площадку там вот чуть-чуть видно, а так вот сплошная зелень. Конечно, в этом плане у нас район очень зеленый. Вот у нас Спартак там виден, шлюзы, а вот сейчас электричка, это что, а это МЦД вот у нас идет. Конечно, поезда красивые, так смотрятся они хорошо. Вот, если бы не так часто под окнами ходили. Вот, так вот красиво смотрится, когда они проходят. Вот сейчас как раз поезд проходит по мосту через шлюзы. У нас там вот шлюзы. И вот он так вот уходит в сторону Тушино, туда, в сторону области. Ну вот, немножко показала вам нашу зелень с другой стороны, квартиры наши. Вот. Вот такая зелень. Район зеленый, да, очень хороший район, зеленый.
Но дождь продолжается, несмотря на то, что уже просветление. Но дождь идет, вот березки склонились, главное, чтобы не рухнули. Вот, вот видите, у нас вот такая вот зелень под окном. Ну, единственное, что посмотрю, какой будет закат. Вот, ну какой бы ни был, судя по тому, что горизонт уже очищается, значит, будет видно солнышко, как будет садиться. Ну, вот, наверное, еще перед сном еще сниму закат. На этом пока все. Вот, обещала показать закат, но, к сожалению, за домом не видно. Вот, но вы знаете, мне... Я сейчас выглянула на улицу, и мне пришло в голову детское стихотворение. Может быть, кто-то помнит. Дождь покапал и прошел, солнце в целом свете. Это очень хорошо и большим, и детям. Ну вот, как-то так я хочу сегодня закончить свое видео. Да, просто сегодня показала вам немножко виды из своего окна разные. Дождь, гроза, ливень. Там просто дождь, но вот сейчас дождь закончился, но дымка еще есть. Вот, ну, по крайней мере, уже день заканчивается. День прошел плодотворно. Вот, ну и в то же время, ну, довольно-таки обычно. Вот смотрите, какой клен. У него молодые листики, светлее по цвету, чем старые. Вот. Так что всем приятного вечера. Пока-пока. Ставьте лайки, если кому понравилось. Вот. И подписывайтесь на мой канал. Ой, электричка идет. Хочу еще одну электричку показать вам. Да, это уже вот электричка. Это не МЦД. Это обычная электричка дальняя, которая идет куда-то в сторону Волоколамска. Такой червячок ползет серенький. Так что вот так я хочу закончить. Всем хорошей погоды, хорошего настроения, приятного, спокойного вечера. Пока-пока.